Это наша лодка, в ней уже сидят наши партнеры. Сегодня второй день испытания этой лодки. Мы больше проверяем ту лодку, которую изготовили специально для нас, для нашего совместного проекта, для компании «Зеленград» и компании «Ресурс». Он сохраняет экологию. На нем используются двигатели Дуюнова. Это мотор от ASPPV High Technology DA95S. Мы испытывали на картинге, испытывали на трициклах. И солнечные панели еще до сих пор висят на таможне. Мы пытаемся как можно быстрее их растаможить, установить на лодку, чтобы успеть еще и протестить зарядку аккумулятора. Лодка ходит. Сегодня вот второй день. Будем пробовать сдвигать двигатель в одну, в другую сторону. То есть смотреть, насколько тянется ниже днище лодки. То есть будем проверять в одном положении, в другом положении. Оптимальный вариант мы найдем. Мы изготовим специальный корпус для крепления двигателя, который будет крепиться на задний борт лодки. И это будет именно то положение, в котором наиболее экономично будет расходоваться аккумулятор. Ну что ж, это вот вкратце то, что сегодня мы будем делать. Все материалы вы увидите. Все здорово. Спасибо. Следите за нами. До новых встреч. Good.